Всем привет-привет! С вами канал Артмания. Сегодня мы готовим ужин, да? Тут еще один язык. Это мой, наверное. Дай сюда. Это мамин чупа-чупс. Вот, точно, у меня же их два было. Один я съела. Вернее, было три. Я тебе конфетку открываю. Не надо мне ничего открывать. Помаши ручкой. Всем привет-привет! С вами канал Артмания. Мы тут готовим ужин с Димочкой. Уже достали противень. Я уже замариновала куриные голени. Дай. Палочки намочила. Вот они, палочки. Я уже намочила их. Что, ты мне помогаешь? И сейчас мы с вами будем их надевать. Да? Чуть-чуть перемешаем. Они уже у меня час постояли целый. Слышишь, скобачки на самокате, да, катаются. Да. Катаются уже? Да. Ой, сломалась. Уже катаются. Ай, она взяла, сломалась. Ну ладно. Бла-бла-бла-бла-бла. Раньше, кстати, я всегда была против покупать вот такие голени. Мне всегда было проще купить целую курицу, мне казалось, это дешевле, и разделать. Сверху еще польем. Так, и чуть-чуть добавляем водичку. И все. И все это мы куда отправляем, Дима? Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Надо было еще лаваш купить заодно. Бла-бла-бла. И отправляем все это в духовку, да? Да. Дима, скажи, с кем ты сегодня гулял? С бабой Лили, с дедой, с папой. Разве с бабой Лили? Бабы Лили же не было, Дим. Ты разве гулял с бабой Лили? Ты с папой гулял, да? С папой. И с дедой. С дедой я. И с дедой гулял. Да, и с мамой гулял. Сегодня прекрасная погодка у нас была с тобой, да? С мамой гулял, да. Показал я на сыну, я слоню деда. Все, через час будет время 7 у нас. Ай-яй-яй, мы с тобой пока проходили, вешали белье чистое, да? Да, сына? Да. Время потратили, да? Ну ничего, скоро приготовится. И посмотрите, какая у нас вкусняшечка, да, Дима? Да, зайка? Да. Смотрите, что получилось. Какая вкусняшка. Очень, кстати, вкусно. И я еще достала лаваш из морозилки. Почти уже разморозился, мягенький стал. Брус, спасибо. Брус, спасибо.